Сегодня Бог проснулся утром рано. Сегодня Бог проснулся утром рано. Он жалобы и просьбы прочитал. И людям из кожина без омана жалобы и просьбы прочитал. Но не у всех открыто было сердце, и место есть для чуда не у всех. То завистью в раздой подперта дверца, то жадность дает налить успех. А у кого-то до краев разлита печаль и безысходность. Вот беда. И Бог жалел, что это сердце скрыто. Любви хотел налить, да вот куда. И Бог грустил, что люди не умеют сердца и души чиститься за бит. Они с годами в сердце каменеют, и сердце превращается в гранит. Смотрел и улыбался, когда сердца влюбленные встречал. Кувшин и... Но Бог ходил, смотрел и улыбался, когда сердца влюбленные встречал. Он брал кувшин и от души старался, им счастье в сердце бережно вливал. А люди постепенно расплескали подаренную Богом благодать, и всех вокруг в утрате обвиняли, забыв самих себе вину искать. Вот если бы могли прощать и верить, любить, благодарить и отпускать, то Бог бы ни капли счастья мерить, кувшин волшебный мог бы весь отдать. Сегодня Бог проснулся на рассвете. Он и ящик с просьбами у ног, а рядом лишь один без просьб конвертик. Благодарю тебя за все, мой Бог. У Алёши день рождения, да, и здесь в Болгарии есть такая традиция, рождение к черпе, да, называется, то есть именинник он угощает, и поэтому сегодня от имени Алёши угостим деток, и давайте мы еще раз просто поблагодарим, да, так от сердца за вот этот подготовленный такой короткий концерт, аллилуйя, слава Богу, аллилуйя. Что? Песня, хорошо.
Слава Богу. Давайте мы, пока деткам будут раздавать конфеты, да, награда. Леша, становись на месте. Мы прострем руки и помолимся за наших детей. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Мы благодарим тебя за наших деток, Господь, Отче, за эти драгоценные сердца, Господь, за то, что они подготовили такую прекрасную программу, за то, что они читали стихи сегодня, за то, что пели нам и танцевали, Господь, нам эту песню, Господь, Отче, мы тебя благодарим, Господи, Отец. Спасибо тебе за то, что подарил этот праздник. Во Святом Духе, Господь Отче, что наши дети размышляют о Тебе, благословляют Твое Святое Имя. Аллилуйя, аллилуйя. Мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Народ Божий скажет аминь. Проходите, детки.